Доходов в бюджет Мордовии поступает больше, чем в прошлом году. Минфин Республики отчитался перед депутатами Госсобрания об исполнении бюджета за первое полугодие. О федеральных трансфертах и сборе налогов расскажет Евгений Волков. На 14-й сессии Государственного собрания Мордовии перед депутатами с отчетом об исполнении республиканского бюджета за первое полугодие выступила первый заместитель министра финансов Любовь Романенкова. Она рассказала народным избранникам, что доходы местной казны составили почти 16,5 миллиардов рублей. Было собрано больше, чем в прошлом году, налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц и акцизов. Расходная часть республиканского бюджета Республики Мордовия исполнена в сумме 20 миллиардов 910 миллионов рублей. При утвержденном плане 44 миллиарда 591 миллион рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 10%. Основные расходы в Мордовии приходятся на социальную политику. Почти четверть всей казны. Затем идет образование, здравоохранение, физкультура и спорт. Расходы на национальную экономику составили 4 миллиарда рублей. За первое полугодие текущего года индекс промышленного производства составил 12,9%. Отгружено товаров, выполнена работа услуг по промышленным видам деятельности по полному кругу предприятий больше соответствующего уровня прошлого года на 6,2%. Крупными и средними предприятиями промышленности отгружена продукция на 7,5% больше уровня первого полугодия прошлого года в сопоставимых ценах. Также на сессии был принят закон о сроках полномочий глав муниципальных образований. Раньше они совпадали с районными советами депутатов, а сейчас будут считаться отдельно. Не менее 2 лет и не более 5. Евгений Волков, Павел Толобаев. Наши новости.